Традиционно накануне Рождества и Нового года Управление образования Даугавпилса собрало в Центре латышской культуры лучших школьников города. 20 декабря здесь состоялись три мероприятия в общей сложности для 700 учащихся. Здесь собрались те, кто добился высоких достижений в учебе, принимал участие в международных и республиканских мероприятиях и проектах, активно участвовал в жизни своей школы. Выразить благодарность лучшим учащимся пришли руководители самоуправления. В городе Даугавпилсе много талантливых детей, потому что мы всегда славились результатами в различных конкурсах, да, и уже традицией стало в различных возрастных категориях в конце года награждать самых активных, те, которые достигли хороших результатов и в учебе, и в конкурсах различных, и в учебных олимпиадах. И можно сказать, Даугавпилс всегда был впереди, потому что если сравнить даже Лепу и Даугавпилс, то в Даугавпилсе три раза больше результатов положительных и побед в учебных олимпиадах, чем в городе Лепа. Да? Поэтому я думаю, что этим можем гордиться. Хорошие результаты в учебе – показатель заинтересованности и мотивированности школьников. Именно они сделают Даугавпилс краше, богаче, благополучнее. Во всяком случае, глядя на молодые целеустремленные лица, хочется в это верить. Я стараюсь хорошо учиться, потому что учеба поможет мне в будущем. Сейчас я получаю хорошие оценки, чтобы участвовать в различных мероприятиях, олимпиадах и как-то отстаивать честь моей школы, моего города, чтобы в других государствах могли гордиться моей родиной там, где я живу. Мероприятия разделили по возрастным группам. Участников радовали своими выступлениями коллективы ЦЛК детско-юношеского центра Яуниба. Департамент спорта и молодежи Даугавпилсской думы организовали яркую концертную программу. Пусть рождественский вечер принесет в дома школьников и их родителей покой и радость. А Новый год подарит силы для новых свершений и успехов.